Всем привет! Вы на канале Gadget Mania. Сегодня очередная порция скидочек для тех, кто не успел к распродаже и трейдину от компании МТС. Итак, я начинаю. Поехали! Ну что, дорогие мои, рассказывайте, получилось ли у вас купить Galaxy S10e по весьма привлекательной цене или нет. Скорее всего, получилось. Многие из вас воспользовались возможностью, шансом, плюс посмотрели видосик, как бы, и с уверенностью пошли и приобрели себе данное замечательное устройство. Но в МТСе вроде как это дело все сегодня, 31 октября, заканчивается. Кстати, сегодня по американскому празднику, по американскому календарю, американский праздник Хэллоуин. Многие магазины добавляют много-много всяких интересных и не очень распродаж, поэтому, если что, go в описании. Там я добавлю несколько ссылок, где, по моему мнению, более-менее интересные предложения. Но не для этого я вас сегодня здесь собрал. Сегодня я вам расскажу о том, что если кто-то из вас не успел приобрести Galaxy S10e по цене примерно в 26-27 тысяч рублей, при цене в 47 официальной, новый лайфхак. В общем, все знают, что есть такая компания Мегафон, и, естественно, у них есть свой интернет-магазин. Сейчас прямо слушаем меня и бежим по ссылкам в описании, оформляем заказ. Там почти точно такие же условия, только не надо сдавать никаких интересных смартфонов и никаких покупок аксессуара. Итак, оформляем заказ по ссылке в описании на Galaxy S10e. В основном остались только черные цвета. После этого просто приезжаем на точку выдачи, с собой берем только любой телефон, можно кнопочный, можно старый, можно нерабочий. Называется акция трейд-ин или утилизация. То есть в нашем случае мы просто будем утилизировать обычный телефон. Принимают практически все. Приезжаем туда, говорим, что хотим участвовать в акции, и вам за это скидывают 10 тысяч рублей. И еще, если вы приобретаете по этой акции Galaxy S10e, вам добавляют кэшбэка на счет мобильного телефона еще 10 тысяч рублей. Даже если вы не абонент Мегафона, ну, а приобретете симку, она стоит 300 рублей, как и у всех. И после этого, соответственно, эти деньги можно будет вывести через карточку или потратить где-нибудь в магазине. То есть, по сути, у вас вернется десятка, вернется безналичным расчетом. То есть вы можете оплатить ЖКХ, сходить в аптеку, в магазин, да, без разницы. Или просто вывести в кэш, в нал, но заплатите за это какие-то проценты. Поэтому для тех, кто не успел приобрести в МТСе Galaxy S10e, то go сейчас в Мегафон. По ссылкам в описании оформляем заказ и забираем примерно за 26 тысяч рублей, за 26 300 с учетом сим-карты, свой очередной новый телефон. И также просили друзья в комментариях, товарищи в комментариях, рассказать о том, что в принципе для тех, кто не успел оформить это все в МТС, и многие побежали сразу в Мегафон, потому что в Связной, там тоже действует акция, там просто, соответственно, трейд-ин. При сдаче любого телефона, тоже кнопочного, именно на эту модельку 11 тысяч рублей. То есть цена будет 47 минус 11, в общем 35 тысяч рублей. Если не успеете вообще нигде, то примерно до 5 ноября в Связном тоже действует акция на эту модель. Еще раз, чем могу, тем помогу. Как говорится, расскажу вам о новых акциях и распродажах. Поэтому подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно ставьте лайк или дизлайк, понравилось или нет видео. Пиши комментарий, что Дональд Дак. Я пойму, что вы досмотрели именно до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся, ведь мне есть что вам рассказать еще. Всего доброго. Пока-пока.